впечатления? Мое впечатление, вроде бы все прекрасно, я в ужасе от того, что нам пришлось пережить, пока мы поднимались. У нас даже не было сил снимать нашу дорогу наверх, это было ужасно. Мы шли, вот просто мы сейчас заберемся на завод и покажем, грубо говоря, откуда мы поднялись сюда, то есть, чтобы понятно было масштаб трагедии. Трагедия, да. А все это и очередь нас смутило, и, как говорится, нежелание платить 5 евро за с каждого. За каждого, между прочим. Правда, мы заплатили здоровьем за это. Да, годами жизни за это заплатил. Хотя, может быть, нет, в принципе, откуда мы пришли. Из какого-то кукольного замка. Пришли мы вот где-то, вот там, ну, как бы вот видно, да, высоту. Не особо. Не особо, но да, тут все лес. Но вот если посмотреть за горизонт, мы, в принципе, были на самой низине. Ну, вон даже там вот виднее просто, на какой горе на самом деле. Ну вот. Домики как маленькие малыши. Вот оттуда мы шли. И шли, я бы сказала. И шли, и шли.